Добрый день. Сегодня мы с вами будем настраивать модем Highway HG532. Значит, для начала нам необходимо зайти на сайт 192.168.1.1. Значит, она запрашивает логин и пароль. Это ни в коем случае не то, что у вас написано в документах. Это данные для входа на модем. Для обычных настроек нам хватит логина и пароля админ. Значит, вводим одинаковое слово админ в обеих строчках и нажимаем логин. Попадаем на страничку модем. Значит, выбираем вкладку Basic. И здесь сразу открыта вкладка WAN. У нас здесь две строчки. Other B134, это для телевидения зала. И интернет B030. Значит, выбираем интернет. Здесь в первой строчке нам трогать не нужно. Значит, 0.33, соответственно, это данные для работы по Wi-Fi. Если у вас какой-либо другой провайдер, то эти значения VPI и VCI необходимо узнавать непосредственно у своего интернет-провайдера. Значит, для настройки режима роутера мы выбираем вместо строчки Bridge PVPoE. И появляется, соответственно, новое меню. Здесь нам менять особо, в принципе, ничего не нужно. Нам необходимо лишь ввести username и паспорт. То есть здесь вводим, в принципе, любые данные пока что. И нажимаем кнопку Submit. Здесь вы должны, в принципе, ввести, можете вводить сразу свои данные из договора. То есть это должен быть обязательно 12-значный код какой-либо. Собачка. Deltel.by. Маленькими буквами. Если вы напишете большим, у вас будет не приниматься эти данные. Deltel.by. Пароль вы пишете, пароль, который указан в договоре как первоначальный, либо тот, на который вы сами его сменили. Значит, нажимаем Submit. Подтверждаются настройки. Значит, выбираем статус, вкладочку WAN. И видим, ну вот наш интернет R033 выдает IP-адрес на десятку. То есть, поскольку мы ввели неверные данные. Поэтому она нам будет сейчас показывать перенаправление при попытке выбора любой страницы. Давайте попробуем открыть что-нибудь. Очень долго думать, не настроен до конца модем, поэтому вернемся в наш настройки модема. Вот. Вы указали неверное имя пользователя или пароль. Значит, необходимо будет вернуться и перепрописать ваши данные. Заходим опять в Basic. One. Выбираем наш интернет R033 и вводим реально существующие ваши данные. Значит, после того, как мы ввели верные данные, здесь у вас меняется IP-адрес. То есть он может начинаться на 93, на 82, на 100, но ни в коем случае на 1. То есть пробуем открыть любую страничку и видим, что странички у нас открываются. То есть интернет работает. Значит, в последующих видео мы уже рассмотрим дополнительные настройки, как то Wi-Fi и иное. Спасибо, до свидания.